В общем, сейчас мы возьмем несколько штучек, это много. Будем делать коробку. Фруктов каждого вида сорта, которое было заморожено по системе акустической заморозки. Да, будем делать. И посмотрим, что после того, как мы его разморозим, попробуем и покажем. В воде. Они даже лучше, чем мы микроволновки. Да. Рассказывают, что если разморозить рамбутан в воде, то он даже на вид будет лучше, чем свежий. Ну, чем до заморозки. Не свежий, он будет свежее и красивее. Вот рамбутан очень хороший, кстати, после разморозки. Это так сложно его вообще сохранить в таком... Он же как внутри, как гель. Сейчас попробуем. Я не представляю, как на вкус рамбутан. На самом деле, это мороженое. Я же не знала, что его вообще можно заморозить. Вот я рассказывала, показывала рамбутаны. И сказали, что они очень хорошо выглядят. И я, если честно, даже не верила, потому что на рынке они всегда тоже так выглядят спорно. Но хочу показать. Они реально выглядят как супер свежие. Сейчас я перелечу. Вот они очень красивые, один к одному. Красивые, идеального цвета. Лучше размаживать их в воде, рамбутаны. Ну, попробуем. Мягче. Так он мягкий сам по себе лично. Ничего. Это рамбутан. Сам. Рамбутан мягкий. Да. Он, сам они. Смотри, какой красивый. Прям открывай. Главное, вот мягко. Внутри он вкусно. Никто не замечает, что вкусно. Да. Вот. Смотрите, какой он. Вот вкусный. Давай. Сочный. Очень сочный. Это карайский юз. Вот эти все, вот эти даже быстрее приготовили. Сочнее становятся. Они тоже сделаны, но вкус плох. Но тоже. Вот они, да, вот видите, они обычно вот это плоды, иногда они липкие, но они не можешь так снимать. Но после разморозки они очень легко вот. Вот, красивый, да. Мы будем с вами делать специальное видео очень хорошее. Для покупателей, конечно, российских и других даже. И хорошо показать. Так, убедиться, что... Все прям свежее, светлое, красивое, на ощупь как надо. Если честно, я только такие бы фрукты покупала бы и ела.